Без грима и костюмов актеры Альметьевского драматического театра сидят на зрительских местах. 8 октября новый сезон откроется представлением «Слово во Вселенной». В год литературы первый спектакль посвящен татарскому писателю Марселю Галиеву. Обещает удивить виртуальное оформление постановки. Впервые будут использоваться объемные 3D-приемы. Вы такого еще в театре не видели. Это однозначно. Я думаю, что вы будете удивлены, потому что когда мы сами первый раз увидели, что, оказывается, мы можем, мы вместе там Искандер Сакаев был, я, Ильяс Гореевич, Фарида Багизовна, даже я сказала, вау, вот это да. Не обойдется и без театральной классики. 13 ноября пройдет премьерная постановка по пьесе немецкого драматурга Бертольда Брехта «Добрый человек из Сизуана». Она заставляет зрителей задуматься о жизни и о своем месте в этом мире, затрагивает вечные вопросы добра и зла, черного и белого. Мировая проблема, премьера для нас почти что то же самое. Это Бертольд Брехт, мы уже второй раз к нему обращаемся после Мещанской свадьбы, режиссер тот же, Искандер Сакаев. Очень именитый уже режиссер, гениальный режиссер, его так и называют в театроведческих кругах России. Актриса очень яркая, наверное, она себе будет играть, она две роли сразу исполняет, Шанте и Шуйта, это очень сложно. Работа будет сложная, но интереснейшая, мы очень надеемся. В ноябре ожидается приезд театрального критика, доцента ГИТИСа Павла Руднева. Он проведет для актеров мастер-класс по современному театральному искусству. В прошлом сезоне труппу пополнили 3 человека. Алсу Муртазина училась режиссуре, но свой путь решила начать с актерства. Первые дни, это как-то непривычно было после студенческих лет. Как-то странно было на работу выходить, что такое, непонятное было. Но сейчас уже все привыкла, знаешь, что делаешь, зачем это делаешь, и привыкла уже здесь. Альметьевский театр обновляет не только состав и репертуар. Появилась новая система электронной продажи билетов и абонемента на спектакли. Бесплатный же билет можно получить на акции «Дни дарения». Если у вас есть вещи, пригодные для реквизита, театр с радостью примет их в обмен на просмотр спектакля. Юлия Шабанова, Ирина Герасимова, эфир 24. «Сыны анархии» сегодня в 23:30. Время сериалов на телеканале «Эфир».